Детско-юношеская спортивная школа «Юность» переходит в ведение Минспорта Северной Осетии. Это позволит обеспечить материально-техническое и финансовое состояние учебно-спортивного учреждения. Об этом и в целом о системе управления физической культурой и спортом говорили на заседании проектного офиса. Под руководством Вячеслава Битарова обсудили приоритетную программу «Спорт». Глава республики подчеркнул, что необходима четкая структура в управлении спортивными школами в Северной Осетии, с помощью которой Министерство физической культуры и спорта сможет регулировать их деятельность, а также развивать их. Министр спорта Северной Осетии Владимир Габулов рассказал, что к занятиям спортом планируют привлекать людей пожилого возраста, проводить забеги и велопробеги, а также готовить квалифицированные кадры.